А всем привет, с вами Тимоха, и мы нашли последний меч, меч исцеления в ивенте RB Battles 2. Никто не ждал, что мечи найдут так быстро, даже разработчики. Но давайте уже приступим к его получению. Для начала хочу сказать, что в Пиге сделали бесплатными VIP-сервера. А это значит, что получить меч и вот такую корону с костюмом будет куда проще. Создается VIP-сервер, если что, вот так. Копируем эту ссылку и отправляем тем друзьям, с которыми вы хотите поиграть. Заходим в игру и нажимаем Play. Нам нужна карта Alice Chapter 1. Если вы создатель сервера, то у вас справа появится вот такая менюшка команд. Нажимаем на нее, заходим в Set Mode и выбираем здесь трейдер. Спасибо, кстати, всем этим людям, которые помогали мне получить меч. Реально красавчики. Игра начинается, и если вы хотите получить меч, то не должны быть предателем. И если что, получить меч может только один человек на сервере. Но ты с друзьями как-нибудь там договорись, кто сначала будет получать меч, кто потом. Теперь бежим за мной. На вот этой панельке вводим число 722. Опять следуем за мной. Подходим к этому стулу и ждем, когда на таймере останется меньше 7 минут 42 секунд. Нам остается только ждать, когда розовая кнопка появится. Как только она появилась, сразу нажимаем по ней, а иначе кнопка пропадет и все придется начинать сначала. Теперь бежим туда же, куда и я. Смотрим на цвет кнопки. Если она не розовая, а синяя, это значит, что нам надо бежать к следующей розовой кнопке и нажимать на нее, а потом возвращаться сюда и нажимать на эту синюю кнопку, но которая станет уже розовой. Бежим за мной к той панели с цифрами, где мы вводили число 722. Вот на этой колонне должна быть кнопочка, тычем по ней. Все, теперь трейдер должен победить, убив всех игроков. Дальше нажимаем на Play, Book 2. Заходим в наши любимые команды и выбираем мод Infection и карту Chapter 2. Также, если вы договорились с друзьями, кто будет Пиги, вы можете выбрать свинку. Игра начинается, и Пиги желательно ничего не делать, просто стоять в сторонке. Открываем дверь зеленым ключом и ищем в этой комнате бутылек с зельем. Хватаем его. Потом бежим на парковку и берем розового мишку. Повторяйте за мной. Берем геймбой, который лежит под стулом. Дальше идем в эту комнату и расставляем предметы по полкам. Просто ходим вдоль полки и тыкаем по ней. Идем дальше. Ставим вот сюда геймбой. Идем за мной. Ставим мишку на полку. Теперь идем в комнату с контейнерами. Видите эту щель в стене? Нам надо ее открыть. На этом моменте наши друзья могут нам помогать, потому как стена открывается тремя ключами, цветами мечей. Нам нужны зеленый ключ, синий ключ и розовый ключ. Дырка в стене открывается, и мы можем взорвать наш меч. Все, последний меч исцеления получен. Вы сейчас спросите, а что же с главными призами? А их мы получим, если соберем все 3 меча и все 12 бейджиков. Мечи мы уже можем получить, а вот бейджики все еще выходят. На данный момент вышло всего 6 бейджиков. Но как только будут появляться новые бейджики, я тут же буду выпускать об этом видео. А если вы здесь впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки, звать друзей и, конечно, присоединиться в наш Discord сервер. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто донатит мне на стримах. Залетайте и на них, мы там очень весело проводим время. А с вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи!